Поощрительный кубок «Надежда» – это возможность начать все заново для команд, которые не стали победителями в основном туре соревнований «Золотая шайба». Теперь сильнейшие определяются снова. Первыми на лед вышли самые младшие ребята, им всего по 10-11 лет. Я на позиции сегодня защитник. У меня задача не подпускать соперника. Свои силы показывают сборные из Пензенского, Городищенского, Лопатинского, Калышлейского и Сердобского районов. Участников разделили на три возрастные группы. Для каждой отведен свой соревновательный день. Кубок «Надежда» проходит под эгидой окружного проекта «Золотая шайба». И вот название турнира «Кубок «Надежда» говорит само за себя. В этом турнире принимают участие команды, которые заняли вторые и ниже места в региональном этапе соревнований «Золотая шайба». Это на самом деле очень здорово. У ребят есть дополнительная возможность еще раз поучаствовать в соревновательном процессе, еще раз побороться за медали. Победители Кубка «Надежда» получат памятные призы. Вообще же турнир «Золотая шайба», в рамках которого проводят и эти утешительные матчи, региональный этап всероссийских соревнований среди юных хоккеистов. На основных играх свое абсолютное лидерство доказала команда из Нижнего Ломова. Финальные она проведет в городе Салавате, где встретится с соперниками из других городов страны с 30 по 7 апреля.